Девчонки, всем привет, всем хорошего дня. Просочковала я двое суток без видео, поэтому нужно срочно наверстывать, ибо заказы начинают прибывать. Пришли у нас, во-первых, наши супер-пупер камушки из России. Это раз, 9 изделий. Тут в основном все заказы, ну, может быть, будет 1-2 в свободную продажу, но, в принципе, в основном все это было на заказ сделано. Плюс, Игорь, пришла еще одна посылочка. Последняя, по-моему, четвертая, если не ошибаюсь, она у меня уже. Плюс Семенда высылает нам заказы готовые, но это уже на следующей неделе. Плюс где-то Ронен наш заблудился с пакетами, там тоже что-то из шаблюля вышло. Короче, по этому поводу нужно, как говорится, в срочном порядке видео делать. Вот, села в свое креслице я тут удобненько, сейчас могу скрипеть, как вы слышите, постоянно скрипеть, не знаю, где смазать. И буду вам такие вот красоты показывать. Освещение у нас полудневное, сейчас только 2 часа дня, поэтому заранее извиняюсь, может быть, не очень хорошо будет видно. Так, у нас перед нами одно из самых дорогих колец, которые были от этого мастера, но оно стоит того, это изумительного качества аквамарин. В израильских шекелях это 1159 шекелей, включая НДС. Там в долларах в районе 300 с чем-то, 300, не могу точно сказать, но это не важно, это девочка-израильтянка заказала. 300 с чем-то долларов получается такое кольцо. Это скань филиграни, она сама по себе очень дорогая. И плюс эксклюзивный первого уровня аквамарин, то есть он как бы... Вот видите, как все сделано, просто супер, как шинка. Все это изумительная работа. Так. Вот такое вот колечко. Наташа его заказала. И это, конечно, уже нереально красивые штучки. Так, дальше у меня есть аквамарин номер 2. Это скорее уже берил, наверное. Это, по-моему, тоже Наташин заказ. Смотрите, какая изумительная тоже шинка, брутальная. Мне очень нравится такой вариант. Значит, этот берил у нас получается 387 шекелей, включая НДС. Это в районе 105, что ли, долларов, что-то примерно. Но, опять же, девочка из Израиля заказала, поэтому ей актуальна цена в шекелях. Вот такое красивое колечко. По ощущению, это на 18. То было, как вы видели, на мой второй палец, это где-то 19. Это на 18. Так. Еще одно кольцо, вот оно как раз, полихромный аквамарин с двумя аквамаринами по бокам. Смотрите, какая работа. Вот это кольцо, по-моему, в свободную продажу. Я не припомню, чтобы кто-то его... Да его и нельзя заказать, это камень, который попадает как-то вот особенно один раз в... Видите, как оно? У меня тут даже фонарик есть. Фонарик у меня для Мориона, но... Посветим, посмотрим, как оно. Да не, особо не помогает нам, да, подсветка такая. Ладно, не будем извращаться, но камешек знатный. Размер, ребята, по ощущению, на 18. Очень прикольное кольцо. И сейчас я вам скажу точно его цену. Полихромный аквамарин. Так, ребята, сейчас цену для всех скажу. Значит, у нас получается или 132 доллара это кольцо, или 474 шекеля, включая НДС. Доллар 3,08 я рассчитываю. Так что, если кого-то заинтересует и подойдет цена, забирайте. Так, дальше у нас идет... изумительный совершенно турмалин. Девочки, это тоже заказ. Он очень дорого вышел. Девочка думала, считала и все-таки решила рискнуть. Он получается, ребята, у нас... сейчас вам даже скажу его цену. В 1287 шекелей, включая НДС.
Там получается 1100 до НДС, 1280 включая НДС. Если считать в долларах, это 350, прошу прощения, 358 долларов. Огромнейший турмалин. То есть это она просила, в принципе, под кольцо, чтобы догарнитурить, он очень крупный. Если взять, например, линейку и посмотреть. Так, хотела линейку покрасивее, но она у меня застряла. Значит, будет линейка пострашнее чуть-чуть, понекрасивее. Вот он получается у нас, ребята, 6 сантиметров от ножки вниз. Сам камень получается 3,5 на 3,7 примерно. Вот такой вот гигантский турмалин совершенно. И, соответственно, цена у него. Так. Турмалинчик, иди отдыхай. Так, берилла я вам показала, турмалин показала. Турмалин Шерл. Это, девочки, точно заказ. Мы выбирали камень, выбирали оправу. Должен был быть на 17 примерно размер. Так оно и есть. Вот такой вот красивый Шерл. Значит, получается такой Шерл. Но опять же, я вам скажу в шекелях. Почему? Потому что тоже заказчица израильтянка. 445 шекелей такое кольцо. Ну, в долларах это где-то в районе 124 долларов. Так, сейчас я вам покажу два Мориона. Вот для этого, собственно, у меня фонарик был. Так, вот смотрите. Видите, как он светится изнутри? Вот он. Просто Шерл глухой, Морион темно-темно-темно-коричневый. Так, сейчас я его немножко от своих пальцев протру. Видите, вот какой он красивенький. Даже немножко звездочку дает. Значит, он у нас, по-моему, девочки, тоже заказ был. Не буду утверждать, но, по-моему, заказ. Он идет на... Это, по-моему, Ира твой, если я не ошибаюсь. Уточни, пожалуйста. Тоже 17-17,5. Это у нас Морион. Морион, кто не в курсе, это очень темный дымчатый кварц. Если Шерл это черный турмалин, то это кварцы. И есть у меня еще один тоже Морион. Он немножко менее темный. Сейчас я его тоже покажу. Вот он, видите, какой. Более светленький. Тоже дает звездочку. Сейчас я его также протру от своих пальцев. Не очень я понимаю, зачем нужны звездочки на камнях. Это, наверное, прикольно. Можно, не знаю, как бы. Вот, сами посмотрите, камешек такой. Это, девчонки, не трещина, разумеется, это его внутреннее строение. Вот так вот он сделан. Это, по-моему, если не ошибаюсь, тоже в заказ было, но перепроверим. Он идет по ощущению на 18-й. Вот такой вот красивый Морион. Цена обоих бетсом, обоих колец, сейчас вам скажу точно, у меня здесь даже записан этот факт. Мушастый плачет. Пока такие дорогие кольца на столе, я его не пускаю, ребята. Значит, оба Мориона 445 шекелей, включая НДС. Или 124 доллара, как я говорила, уже доллар по 3,08, я считаю. Сейчас будет ныть ушастик несчастный, его не пускают.
Нет. Он у нас как маленькая лошадь передвигается. Если у меня слетит кольцо на пол, я разрыв сердца получу. Так, девчонки, вот это, по-моему, свободную продажу. Я боюсь ошибиться, но, по-моему, свободную продажу. Это у нас хризакола. Я очень попросила нам нарезать. Девчонки все меня просят. Очень надеюсь, что это был не заказ, и я сейчас кого-то не подставлю. Значит, хризакола такая стоит, ребята, 417 шекелей, включая НДС, или $116, не включая НДС. Размер вот явно вот такой вот, 19,5. Ну, немножко, может быть, оно маломерит. Так. И еще одна хризакола, вот она точно в заказ была. Ее просили. Вот такая большая. Она по размеру, ребята, чуток. Она, наверное, идет 19, но она маломерит. Нет, 18,6. Это 18,5. 18-18,5. Такое большое красивое кольцо. И... разводы совершенно потрясающие. Там у нас идет очень интересный пейзаж. Ощущение, как будто вот каких-то водопадов. Да, шикарное колечко. Так, девушки, вроде все. Я вам показала все 9 украшений. У нас было 3 берила, 2 хризаколы, 2 турмалина и 2 мориона. По-моему, все. Как говорится, показала вам. Значит, мы можем спокойненько разбирать, где чье. А я вам пока хочу показать коробочку от Игоря с заказами. Девчонки, внимание, приготовьтесь. Сейчас тоже будем смотреть это дело. Так, девчонки, это у нас кольцо с сапфирами. Так, это Олина, она заказывала. Оно получилось, девочки, у нас 314 шекелей, включая НДС. В плане в долларах, если кого-то очень сильно заинтересует, сейчас вам скажу. В районе где-то примерно $83. Курс был по 2, по 3,23, когда я расплачивалась. Ну и плюс, соответственно, 17% НДС. Белый родий, сапфиры, золочение. Нам указан как 19,5 размер. Но он реально 20 миллиметров. За счет того, что он может чуть-чуть маломерить, он идет на 19,5. Так указано. Ну, по ощущению, так оно и есть, я бы сказала. Так, это Олина кольцо номер 1. Там у нее еще должно быть, по идее. Сейчас будем смотреть. Тут просто каждое изделие запаковано отдельно в глухие такие мешочки. Вот такие вот. Поэтому я даже сама не знаю, что пришло. Я прямо у вас на глазах все это дело раскрываю. Так, значит, с Спиридотом. Кто ждал, сейчас вам будет. Вот он, значит, с Спиридотом 19 миллиметров, вот такой вот. Он 19 миллиметров, он, ребята, маломерит чуток сейчас. На 18,5 все-таки, хоть он указан как 19. Спиридот — это хризолит. Кто его знает по таким названиям, белый роди, опять же, указан 1,75 карат камень. Я не показала, Оля, твою бирку, я тебе сфотографирую, она просто отдельно лежала. Значит, цена в долларах, это у нас $69 получается. Если мы это дело превращаем в шекели, у нас получается 261 шекель, включая НДС.
Кто, девчонки, заказывал, самое время в срочном порядке обратить. Кстати, у меня с прошлого пакета осталось там еще несколько украшений, которые не забрали. Одно я точно знаю, там девочка из Казахстана, мы сейчас ждем, пока они разберутся со своими платежными системами. А вот один набор, я не помню, кто заказал, почему-то не забирают. Так, смотрите, это у нас следующий, давайте посмотрим, 18-й аметист зеленый и передот сбоку. Классная модель. Девочки, 18 миллиметров, но оно явно меньше. Явно маломерит. Так, чтобы не было у нас проблем потом с размерным рядом. Обычно, как бы, ну, давайте перемерим, что там у нас так получается. Да, он 18, таки правда. Раз он 18, он и должен маломерить, все верно. Значит, он где-то на 17,5. Значит, цена зеленый аметист такая же точно, как передот. Все то же самое. То, что я сказала про предыдущее кольцо, актуально и в это кольцо. Ну, здесь у нас, как вы видите, оно черненное. А, и хочу сказать, что очень вот это вот... огранка камня, она очень удорожает обычно. Эти огранки камней, он мне их называл, не помню название точное. Обычно получается кольцо дороже, потому что там еще делаются вот эти вот насечки специальные на изнанке камня, что делает камень более такой сверкучий и, соответственно, дороже стоит. Так. Далее, следующий мешочек. Яйцо. У нас должно было быть, как я вам и говорила, много. Вот такое яйцо пришло с рутиловым кварцем и цитринами по бокам. Оригинально. Рутил, цитрины, 18 размер, все в каратах. Сейчас посмотрим. Но он, ребята, вот эта вот модель многомерит. Мы должны знать, что 18, он идет на 18,5, а то и на 19 даже. Смотрите, какое оригинальное колечко. Рутиловый кварц и цитрины вокруг. Значит, яйцо это стоит. Сейчас посмотрим. Оно в долларах $75. Если мы его превращаем в шекели, получается у нас 284 шекеля, включая НДС. Так. Яйцо с рутилом. У нас должно быть еще яйцо с цитрином, если я не путаю ничего. Мешочек очередной раскрываем и находим там чудеса. Находим, давайте посмотрим, что мы такое нашли. Ух ты, какая оригинальная штуковина. Родолит, сапфир, рубин, аметист, цитрин, передот, 18 размер, белый родий. Смотрите, какая красота, однако прямо веером идет. Вот такой интерес. Тут оно матированное, здесь оно блестящее. Прям интересный факт. Значит, такое интересное кольцо у нас получается. $66 или... ...250 шекелей, включая НДС. Так, и последнее. Сейчас сразу все, кто ждут, затаили дыхание. И если кому-то что-то не пришло, будет бешеное разочарование. А тот, кому пришло, соответственно, наоборот, будет рад. На самом деле, ребята,
Чуть действительно реально мне не хватило здесь одного кольца, я не вижу. Так, значит, это Алла просила кулончик под свои серьги с аметистами. Вот он пришел. Сейчас мы его разберем. А может быть, ребята, еще есть посылка в дороге? Может быть, еще одну он выслал, а я что-то не досчиталась. Не знаю, сейчас проверим. Так. Мне кажется, что еще будет одна посылка с цитринами, потому как не пришло у меня два украшения, а то и три. Так, девочки, значит, кулон, пока я тут громко раздумываю. $60 такой кулончик получается. Курс 3,23. Это 112 шекелей. Плюс есть НДС 130. Такой красивенький. Так, девчонки, кто ждал цитрины? Я вот сейчас припоминаю, что цитрины мы очень поздно пришли. Какие-то даже при работе не подошли. Он заказывал новые. Это не все. То есть будет еще одна небольшая посылка. И хочу официально объявить набор на Игоря открытым. Кому нужно, девчонки, там в сетках, в таблицах уже закидывали свои заказы. И по этому поводу... Я таблицы сниму, все проверю. И кому что надо, можете в личку дописать. Есть 29 страниц. 29 страниц каталог. Значит, что у нас осталось? У меня еще есть в наличии вот такое классное кольцо на 17 размер. Мультикамушки. 74 доллара. Тут прям все есть. И топазы, и цитрины, и перидоты, и гранаты, и аметисты, голубые топазы. Чего тут всяко разно. 74. Это я уже, как говорится, пользуясь случаем, показываю, что не забрали в наличии. За $76 есть вот такой вот красивый гранат. Тоже остался еще. С швом посерединке. Такой оригинальный, брутальный. Стимпанк, но он, наверное, вот 19 я его попыталась, но 18,5, ребята, как говорится, так как сестры Золушки пытались в тапочек в ножку свою сунуть толстую. $74 вот это колечко с свистопазом, очень красивое, тоже кому нужно, забирайте. 7,5 размер. Я, может, даже пользуюсь случаем, сейчас и от нашего замечательного камнереза тоже, что у меня с прошлого раза осталось, покажу. Если мы уже сегодня рассматриваем от них украшения, самое время. Вот этот вот кулон я время от времени показываю, он изумительный. $94, тут на 3,33 карата цитринов, реально классненький. Тяжелый такой, он мне безумно нравится. Я бы себе его оставила, но я не могу оставлять украшения себе, когда, которые мне нравятся, потому как вы знаете, у меня здесь возможности большие, поэтому я себе крайне ограничиваю, ибо тут Остапа понесло называется, поэтому я себе практически ничего не оставляю, очень стараюсь не борзить, так сказать. Значит, дальше. Вот такой вот классный кулон. У нас за $67 с гранатом остался также неудел пока что. Белый родий позолота. Вот он. Остался набор с цитринами.
похоже на теннисную ракетку. Кто-то из девчонок такой вот купил с голубым топазом, теперь просит докомплектовать серьги к нему. Будем, наверное, в следующий заказ подавать. Но вот остался такой же с цитринами. $67 и $45. 67 кольцо, 45 кулончик. Так. С London Blue Topaz. В последнее время он мне стал нравиться. Этот камень на 17,5. Такой очень оригинальный у него оттенок. Такое интересное кольцо. Было такое же с сапфирами, его забрали. Вот остался London Blue. Он у нас, ребята, сейчас посмотрим, $95. Если, девчонки, кому-то нравится, напишите в личку, я сделаю на него скидку в $10, потому что давно лежит, действительно. Лучше кто-то его будет носить. Так, а сейчас, девочки, я вам покажу с прошлой поставки. Это просто еще не забрали заказчицы. Вот эта девочка из Казахстана должна забрать, это ее кольцо. Просто все еще пока они не могут... Еще не очень хорошо работает у них вся эта банковская система. Просто чтобы вы посмотрели, как выглядят гранаты и гранат кабошон. Вот такое очень красивое колечко ее. И у меня еще не забрали, девчонки, напоминаю, чье это. Напишите мне, пожалуйста, я просто уже забыла. Набор веточки. Напишите, что с ним произошло. Потому как у меня просто такое безумное количество украшений, что... Я уже не помню, чье это. То есть здесь серьги, кулон и колечко. Разрешите, я вам покажу. Вот серьга идет. И кулон. Ну, вторую серьгу я не буду вынимать. Но и так понятно, кулон немножко другой. Вот такой набор с передотами. Просто напишите, пожалуйста, еще раз, чье это. Мне это... В сознании даст продвижение мысли, так сказать, потому что не помню. Все, девчонки, это по поводу Игоря, по поводу нашего замечательного камнереза, которого мы по имени не называем, но очень любим. Ах, да, я вам пообещала показать, что осталось от его украшений. Сейчас, секунду, там не очень много, задержу вас еще буквально пару минут. Так, остался у нас Раухтопаз. О, где фонарик Димыча? Сейчас. Вот с этим фонариком он за бегемотами бегал в Африке. Я чуть от страха не умерла. Помню, искал в сумке и светил в бегемота. Это я уже морально в ЮАР готовлю. Смотрите, фантом внутри просто изумительно. Видите, как сетка такая галактическая. Очень красиво. $68 или 246 шекелей. Курс был 3,17 на тот момент. Довольно немаленькая. Я бы сказала, что оно у нас на двадцаточку, да, 19,9. Вот такой вот дымчатый кварц, ребята, кому нужен, с фантомами внутри, забирайте, реально классный. Это раз. Еще у меня от него осталось прозиолит. Я их обожаю. Каждый раз, как вижу прозиолит, не прохожу мимо, поэтому всегда они у меня есть в наличии. Прозиолит, ребята, это натуральный зеленый аметист. Почему я говорю натуральный? Потому что просто зеленый аметист. Он также натуральный аметист, но он был фиолетовый. В детстве его прогрели излучением. А вот зеленый аметист, который также прогрет излучением, но солнце как бы само позаботилось, да? А не люди в лаборатории, оно вот оно. Вот такой вот шляпкой. Цена 305 шекелей до НДС, как-то считаю я не так. Сейчас, девчонки, сейчас я вам все сделаю, сейчас все будет. Извините, я тут немножко... Черт, сейчас, секундочку. Не посчиталось мне правильно, сейчас пересчитаю. Значит, оно по нынешнему курсу $399 или 356 шекель, включая НДС. Это уже от курса не зависит, там оно как бы в рублях, я расплачивалась. А по курсу на доллар я перевела $99 по сегодняшнему.
Так что, если кому-то нравится, забирайте. Празеолит шляпкой. 19,1. Все, вот теперь я заканчиваю. Следующее видео будем продолжать шаблюль. Я его даже, наверное, сегодня еще выставлю. Так что следите за публикациями. И, девочки, у меня остались еще армянские украшения. Может быть, кому-то нужно. Обратитесь ко мне в личку. Сейчас я быстренько вам покажу. И тогда от вас отстану окончательно. Значит, вот такое кольцо. Изумительной красоты, тяжелое. Но реально крутое. Состоит из двух... Это друза, которая они ее крепили из двух кусочков. Видите, то есть как бы сразу вам говорю, значит, здесь этот кусочек прикреплен отдельно, этот был отдельно прикреплен. То есть она, вероятно, у них не получилось ее обработать целиком. Значит, такая друза получается у нас аметистовая на второй палец. Напишите, кого интересует, в личку, все проверю, все промерю, все расскажу и все сообщу. У меня просто сейчас цены здесь нет, надо взвешивать кольцо, и я не очень хочу вас задерживать. Но реально для любителей таких крупных камушков я вам все расскажу в личку. Где эта личка? Личка имеется в виду письменные сообщения по WhatsApp. Еще у меня осталось... недавно было буквально, но не купили пока что. Там было несколько, что-то купили, что-то нет. Это янтарное кольцо, натуральный кусочек янтаря, армянская работа. Также, девчонки, кому нужно, напишите в личку. Я вам еще раз пересчитаю. Если мы уже, как говорится, такое дело обсуждаем. У меня есть вот это кольцо, его хотела забрать Танюша, но оно на нее не очень подошло ей на руку, поэтому оно опять выходит в продажу. 21,5, оно реально очень крупное. Здесь такой моховый агат полупрозрачный, очень интересный, красивый. Я его по скидке хотела бы отдать за $103, это скидка довольно-таки большая, 21,5. Кто-то из девочек у меня спросил, что осталось от армянских мастеров. И вот я сейчас прям вспомнила и в срочном порядке вам показываю. Совершенно потрясающие, изумительные осьминожки. Обожаю осьминогов, считается жутко умное животное с лабрадорами. С таким вот кольцом. Можно отдельно, совершенно не обязательно брать гвоздики. Совершенно не обязательно его брать как сет. Вот такие вот осьминожки. Весьма симпатичные. Весь набор стоил $150. То есть, соответственно, там получается кольцо, наверное, ну, примерно пополам, если цену поделить. Но я, конечно, перевешу, и получится более точно. Если кому-то нужно разделить такой осьминог на 18 размер. Считается безумно умное животное. И разделяю эту мысль. Наблюдала за ним в аквариуме в Японии. Это просто что-то нереальное. Просто общается. Так. Девчонки, не знаю, мне что-то понесло меня. Если я вам уже показываю, как говорится, наших ювелиров замечательных, так чего бы это все в одно видео, правильно? А то я с вами уже попрощалась тут, понимаешь ли. Галка Элькина вон пишет, иду, говорит, кофе пить, проснулась, а видео нет. Вот я просто, у меня сейчас тут, у меня три экрана здесь вокруг, у меня же тут целая как диспетчерская в аэропорту. Я... краем глаза еще успеваю увидеть всякие сообщения. Галка, скоро будет видео, торжественно обещаю. Значит, янтарь натуральный, тоже этот комплект. Это не комплект, но как-то вот подошло. Тоже не забрали до сих пор. Тоже, девчонки, цену проверю. Я уже его несколько раз показывала в видео. Надо просто прокрутить обратно, посмотреть. Значит, кольцо разъемное. Можно его разжать, и будет оно красивенько смотреться. Девчонки, сегодня старый Новый год, кто празднует?
Ну, мы в Израиль, конечно же, не празднуем. Мы и Новый год тут с трудом начали, по-моему, 10 лет назад только праздновать. Вот. Но кто празднует, девчонки, конечно же, всем вам желаю счастья. И чтобы вот только хорошие эмоции. Чтобы только все-все-все самое классное было. Живем мы мало. Человечество у нас такое проблемное. По 300 лет не живет. Поэтому каждую минуту нужно, мне кажется, проживать с радостью и каким-то приятным ощущением в душе. Так, и, девочки, последнее обещаю, и тогда от вас отстану. Сейчас хочу показать еще немножко армянских мастеров, и все. Я, девочки, просто так хорошо тут уселась в своем кресле, мне так удобненько, я так руки протягиваю, пакетики достаю и показываю вам всякое разное. Значит, смотрите, эти шляпки были в показе, и я вас предупредила, что у них, в них, на них, в них, у них лабрадоры довольно-таки с трещинками внутренними. То есть, ну, вот такой вот лабрадор, вот что делать. Они не считают это браком. Они говорят, что лабрадор очень пластинчатый камень, и при обработке вот такой он, ничего не сделаешь. И реально красивая модель. И даже я бы не сказала, а ну фонарик, Дима, в ход пойдет. Как сверкает просто безумно. И я бы не сказала, что прям горе великое. Но трещинки имеются, пластиночки, вот эти шторки, как их Ириша называет. И мое дело вас предупредить. Мне не мешает, но кому мешает, пойму и, как говорится, не обижусь. В любом случае, если кто-то все-таки заинтересован в этом комплекте, несмотря на эти шторки, перемычки и т.д. и т.п., я с удовольствием вам его отдам и даже сделаю скидку. По этому поводу напишите мне в личку, обсудим. Значит, не помню, сколько стоил этот набор. Тоже надо глянуть в прошлом видео. Я, если честно, не собиралась вам сейчас это показывать, поэтому не подготовилась с ценой. Но кто, девочки, посмотрит в плейлисте армянские украшения или украшения из натуральных камней, вы просто увидите, там были цены уже на эти украшения. Это повтор, это не новинки. Поэтому шапками не кидайтесь. Хотя, если кому-то хочется очень мне какую-нибудь гадость написать, ни в чем себе не отказывайте, как говорится, если вам это дофаминов добавит, какую-нибудь гадость мне написать, пожалуйста, мне не жалко. Если это будет не гадость на моих подписчиц, я даже, может, и не сотру. А если будете гадость писать на подписчиц, тогда, конечно же, сотру. Обижать никого не позволю. А меня, пожалуйста, нет проблем. Значит, девчонки, второй комплект лабрадорчиками тоже, если кому-то нужен, напишите, я вам тоже посчитаю. Просто это все нужно перевесить, либо посмотреть в старых видео английский замочек. Вот. И получается у нас вот такая красота. Протопал, как слон по крыше, голубь. У нас сегодня вроде как дожди начинаются. А значит, можно за грибочками сгонять. Хотя, мне кажется, грибы и так растут, просто очень медленно. И, наверное, на солнце они так прогорают немножко. Еще шляпки всем, наверное, девчонкам там из России, из Беларуси, непонятно, какие грибы, там метровый снег лежит. Но у нас же все наоборот. Когда моя сестра так всплеснула руками, говорит: ну, вы даете вообще, когда у всех грибы, у вас лето, когда у всех зима, у вас наоборот грибы. Я говорю: да, мы необычно странные люди в этом отношении. Значит, шляпки с лазуритом. Кого интересует? Все это дело идет на вес, поэтому я думаю, они все более-менее в одну цену. Тут как бы не важно, какая вставка. Шляпки все, я достаточно, что я проверю цену на одну пару, на одно изделие, и будем знать все. То есть тут от вставки цена не менялась.
И попросила мне девочка, с чего, собственно, все началось. Попросила мне показать, что у меня есть друза аметиста. Но у меня особо ничего не осталось, вот кроме того большого кольца, что я показала, и вот эти серьги-шляпки. Кольцо забрали, а вот серьги остались. Так что, если кому-то нужны друза аметиста, только серьги, вот шляпки Д'Артаньяна, забирайте. Реально вот красивенько осталось. И, собственно, это все в плане друза аметиста, что у меня есть на сегодняшний момент. Я как бы не очень много заказываю, потому как не хочется, чтобы все это лежало. Это вещи очень дорогие, поэтому по мере того, как если есть интерес или заказ, или кто-то раскупается, так просто так. Поэтому у меня не очень сильно много в наличии, к сожалению. Радахрозит и нефрит. Летучие мышки, серьги. Кого интересует такой интересный. Было кольцо, его купили. Такая красота. И последнее, это моя любовь, честно вам скажу. Любовь моя. Я даже прям поглядываю на них с нескрываемым аппетитом. Это периты. Он же железный колчедан. Он же сульфид железа. Он же перит. Он же любовь моя. Вот такие серьги. Кольцо было забрали. Изумительной красоты. Тоже кому нужно посчитать. Тут все, ребята, идет на вес. Как сказала моя старшая дочь Эден, это из той серии, когда, значит, камни делают вид, что они железо. Я говорю, ну да, наверное. Действительно. Есть очень много минералов. Такая у них связь с железом. Поэтому он такие вот они интересные и странные. Ну, как вы знаете, марказитовые украшения у нас изобилуют этими вставками перита. Есть также лучистый колчедан, непосредственно настоящий марказит, но его не вставляют в украшения, он на воздухе окисляется, распадается и разрушается. То есть он менее стойкий, поэтому вставляются периты или железный колчедан. А марказит – это брендовое название украшений. Не всегда вообще умели разделять. Там в 19 веке, наверное, еще не знали, где железный, а где лучистый. Лаборатории еще не было таких мощных, поэтому все называли марказит. Но, в принципе, сейчас мы уже знаем разницу. Вот, вот теперь, девушки, все. Всех целую, пока. Следующее видео, торжественно обещаю, будет шаблюль. Продолжение. Пока. באה שבועות, כאילו, הנה הם פה. אני כאילו, הנה הם, כאן. יואי, זה מפחיד, זה גל, עשיתי, אני פרימה נתנה מלופסתי, שפה בשקי, כתביני.